Считал вдохновением свыше, иным взглядом на окружавший его мир, открывавший новые видения мира небес здесь, на земле. И тут самого себя он считал не только пророком, именно в них больше всего отражается скрытая глубина его мысли. Ой, дорогой Тео, Боже, для чего удивительны вещи Шекспира? Его язык и его способ изложения мысли. Они похожи на тысячи художников, отличные от нетерпения его руки. Это слова совсем другого банка, но человек обвиженного перерасследующим инстинктом, а глубоко учитывая и думающего человека. В последнее время внимательно начал работать Виктора Гюго и Чарльза Диккенса и других менее значительных авторов. Представьте человека, разговаривающего с Антонио Гай, с уважающими от Джорджа Эллио и Чарльза Диккенса. Сегодня он имеет новый день за две, как я. Под маской этого изменения острого лица скрывается совсем другой вопрос. В течение длительного времени искусство никогда не рассматривалось им как играющее важную роль в спасении души. Это суждение было у него в крови. Его отец, преподобный Герман ван Гог, был пастором небольшой деревни на юге Голландии. К счастью, дядя увез молодого ван Гога от ужасов голландского кальвинизма и отправил его в Лондон в качестве торговца произведениями искусства, где он оказался вдали от борьбы за души людей. Служивших пристанищем, они должны пьяницы проституток,
Пинцет поднимался все выше в понимании того, что значило быть в этом мире проповедником. Как и святой Винсент, подруги роскошных красных антикварных кордов, он уходит в мир в поисках страждущих, жаждущих, по его мнению, обретения света. Он отправляется на юг Бельгии, в шахтерские поселки, где рассчитывает найти жаждущих спасения. Верными спутниками молодого проповедника и восстанавливая по черным отсутствию и улицам были штормок священного писания и его верная сонада. Вся наша жизнь — это длинная прогулка от земли к небесам, это дорога на небеса. Но это было еще не все. После испытательного срока миссионерское общество, в котором он состоял, отказало ему в поддержке, найдя его слишком убежденным требовательным верой. Но от Винсента Ван Гога не так-то легко было избавиться. Он нашел иной способ духовной проповеди. Он начал рисовать. И это стало его вторым делом. Это было особенно удивительно еще потому, что ему не исполнилось еще 30 лет, и он никогда в жизни не брал в руки кисти и не учился искусству живописи. Но Винсента, похоже, не был такой, он считал, что это был единственный правильный путь. Я уверен, что она является через тюрьмой собой. Создавать картины, которые затрагивали бы души людей. Я хочу добраться до самой сути до того момента, когда говорим о картине, и мы не падаем на колени от глубины, наполнивших их силы. Искусство действительно преуспевало там, где церковь часто претерпела неудачу, принося людям успокоение и мир в душе. По замыслу художника, заложенные им в его послании картины, должны были достигать каждого человека, в особенности бедных, наполняя удивительные жизненные силы, связь с которой они теряли в повседневной серости своей тяжелой жизни. Я хочу лишь того, чтобы проводить больше выставок, благодаря которым я смог бы донести до людей мое искусство. Не думаю, что за этим искусством нужно ставить закрытый поступ, и другой должен судить его. Однако сама идея донести в искусство и до людей простое чувство близости небес – это то же самое, что положить нежный цветок в группу уважающих на грудь и повести на грудь, что было необходимо казаться ближе к простым небес. Не так-то просто говорить о возвышенном и постоянном жизни пьяном проституте. Часто наши одиночки вынуждены заботиться о своих болезненных и умирающих детях. Красина Хорни, проститутка по прозвищу Зин, стала первой музой Ван Гога в начале его необычного творчества. История полной страданий жизни этой женщины, словно написанной на ее теле, отвисшей в грудях и спутанных волосах, стала основной темой вдохновения художника. Нет ничего более красноречивого в жизни, чем пожилая женщина. Только глядевшись внимательнее в линии ее тела, на этой картине можно понять, что имел в виду художник, говоря эти слова. Неудивительно, что Ван Гог не складывались отношения с его отцом священником. Подобная ситуация наблюдалась в отношениях с отцом и у брата художника Тео, несмотря ни на что материально поддерживавшего того работу. Вне зависимости от того, каким были приятными и неблагодарными, не был Винсент, регулярно каждый месяц он получал от своего брата деньги. Взамен этого Винсент отправлял своему брату в Париж, где это он собственный художественный салон своей картины. Проблема была в том, что, по словам Тео, никто не хотел покупать эти мрачноватые, часто плохо прорисованные работы. Мой дорогой Тео, главное противоречие в наших отношениях заключается в том, что кое-кто регулярно посылает тебе свои работы
и больше ничего не смог нарушить. Что-то мне подсказывает мне, что я не должен просить тебя о деньгах. Исходя из этого, я даже не буду спрашивать тебя о том, одобряешь ты или нет то, чем я занимаюсь. Но младший брат верил в Винсента, столь страстно увлеченного своим делом. Но не все в этой истории оставались рядом с художником, изменили управление общения с ним, и всеми его попытками превратить его в идеальную голландскую домохозяйку, покидает его и уезжает назад в Гаагу. Что же остается в жизни Винсента? Ему всего 30 лет, хотя морщины на лице приобрели вид 40-летнего человека. Часть тюрьмы он зависит от своего брата Тео. В отношениях с противоположным полом он часто находит от неподходящего до неподобающего, и все его попытки обладать какой-либо другой профессией обычно оканчиваются ничем. Все, что ему остается, это вернуться назад в дом своих родителей, став настоящим дерьмом на их глазах. Я физически ощущаю то, что думают обо мне отец и мать. Я не говорю, как разумный человек. Они отказываются видеть меня в своем доме, как отказывались бы взять себе большого пудря с вечно грязными мокрыми лапами. Никто не будет постоянно замешаться под ногами и громко лаять, говоря об этом откровенно. Для них он не более чем... Кажется, у нас есть победитель. Это Крезок. Языком шутки плохи. Посмотри на рану. Чего, у тебя почти получилось? Физички будут со сливами не очень долго. Думаешь, костюм прокатит? Отвратительно. Положи себе это на жопу. Но нет, сперва приподнимись. Да, скоро вот так. Погоди, что-то не так. Погоди, не трожь пирожное. Наклони голову. Наклони свою голову. Эй, погоди, шевели. Прямо из сахарана. Он жрет прямо оттуда. Характеризующего мою работу как полностью бесплодную и бесполезную. Однако художник понимает, что, возможно, ему следует чему-то поучиться у француза. Возможно, что если бы он жил вместе со своим братом, они вместе смогли бы вывести мир артистического бомонда из его холодного безразличия. Невзрачный любитель Галанти, который поцеловал импрессионизм, превратился в прекрасного принца. Винсент и его искусство наконец покидают мир северного сумрака. В его картинах появляется все больше ярких цветов, художник активно использует кобальтовые и хромовые краски. И это приносит свои плоды. Работы Винсента обретают цвет, а сам художник все больше и больше увлекается новыми, открывающимися перед ним возможностями, выплескивая свои идеи на холст. Некоторое время его полотна очень напоминают произведения начинающего импрессиониста. Часто возникает чувство, что художнику непостижимым образом удается заманивать в ловушку своих картин даже свет. Именно свет придает его полотнам удивительно пестрый и игривый характер,
превращая их вблизи работ, казалось бы, не связанных друг с другом прочим, а обретающих свой смысл, лишило удаления от картин, как было со многими из его работ. Несмотря на те успехи, которых он сам добился, осваивая технику письма импрессионистов, их стиль письма казался не слишком декоративным и насыщенным цветами для передачи тяги и лишения человеческого существования. Вот почему полотна Ван Гога с изображением природы всегда казались более неуклюжими и неправдоподобными, а вследствие этого и продавались хуже, чем работы других художников. По мнению Винсента, Тео совершал большую ошибку, организуя показ его картин в местном кафе. Он пишет две яркие новые работы, подбитые гвоздями ботинки и срезанные подсолнухи. Несмотря на то, что полотна кажутся статичными, они полны скрытой жизни. Ботинки – это своеобразный автопортрет художника, символизирующий проделанный им земной путь в его восхождении к небесам. Были срезанные подсолнухи, еще только тронутые печатью увядания и смерти, вместе с тем служат удивительным силам жизни, возрождающейся к своему новому существованию в Евсина. Своим видом они больше напоминают яркий свет дальних звезд, что ставит Винсента в один ряд с самыми выдающимися импрессионистами того времени. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Винсент достаточно близко сходится с некоторыми представителями этого направления живописи, в частности, со скромным импровизацией художником Полем Гогеном. Любопытно, что между этими двумя людьми не было ничего общего, кроме истории и творчества Винсента. Гоген в прошлом занимался продажей предметов искусства, но не преуспел на этом поприще. Винсент начинал как проповедник-идеалист. Каждый из них прошел трудный путь. Поэтому, если работы Ван Гога больше выходили к вопросам человеческой морали, то картины Гогена больше напоминали обличителей, срывая с ее лица маску благополучия. Поэтому, чем чаще признанный мастер живописи Гоген пил, проклиная лицемерие торговцев картинами, тем ближе он сходился с молодым Винсентом. Однако, когда Гоген уехал из Парижа, отправившись назад от Франции, в провинцию Бретань, Винсент не последовал за ним. Для творчества он нуждался в более теплой и спокойной обстановке, чем холодный антураж парижской художественной сцены, что и привлекло его внимание к иллюстрациям, выполненным в японском стиле и увлечением живописью и культурой дзен-буддизма. Весной 1888 года художник уезжает в Прованс и вновь обретает силы для продолжения творчества. Подобно подсолнуху, Винсент поворачивает свое лицо вслед за движением солнца. Перед все поглощающей красотой природы важно хотя бы немного стать ниже. Возможно, это будет просто вид предзакатного пейзажа, отливающего всеми оттенками золота. Старого, червленого и красного золота. Взгляните на этот рисунок сети. Чем-то безусловно кожа картины мастера старой школы Жана Франсуа Мини.
Однако картина не Сэнда только лишь повторяет лирический гимн тяжелому, но благородному труду, ведь сеятель Ван Гога идет по грешной земле, подобно Иисусу, ступающему по воде. Так сцена тяжелой работы превращается в сцену чуда и изобилия, символом которой служит стоящее высоко в небе солнце. Ван Гог писал картины, которые действительно обретали ему силу духовной проповеди, то, что в дальнейшем приводило в восторг поклонников французской живописи, вызывая у людей колоссальный выброс положительных эмоций. Перед восприятием художника часто вставал образ публичного дома и хорошо знакомого ему Гогена, проводив его время за распутством в своей крошечной комнатке в Британии. Вот почему сам Ван Гог отрицал для себя любую возможность подобных сомнительных удовольствий. Однако теперь перед глазами художника все чаще появляется новый образ. Он мечтает создать творческое гнездо для художников, где они могли бы жить и работать вместе. Он посылает Гогену копии своих картин, изображавших его башмаки и подсолнухи, но предлагает ему совместное сотрудничество. Гоген колебался, решаясь, приехать ему или нет. Винсент ждал его приезда и как лихорадки готовился к нему, подобно жениху, ожидающему свою невесту. Винсент был уверен, что их работа так или иначе подвергнется процессу творческого сплава, результатом которого станет новый большой подъем интереса к изобразительному искусству. Но теперь с каждой новой картиной Винсент уже сам, без помощи Гогена, все больше обретал в своем восприятии новые ощущения, открывающиеся ему безграничной вселенной и призрачные границы, отделяющие небо от земли и воды, в которой отражался свет далеких звезд. Открыв для себя возможность работать в цвете, Винсент был очарован теми перспективами, которые это дало ему в искусстве составления противоположных и взаимодополняющих цветовых пар, каждый раз подающихся на этапах новое содержание. Однако внутренняя драма художника была связана не только с его глубоким чувством эстетизма. Ван Гог по-прежнему ощущал себя миссионером. Не случайно, поэтому в его творчестве часто прослеживается мотив противопоставления силы эмоций и морали, ярких картин лета и бесплодных земель, дружбы и одиночества. Добро пожаловать в ночное кафе «Пью для одиноких и отчаявшихся людей». Я пробовал представить себе идею, что кафе – это то место, где человек может уничтожать себя, сойти с ума, или даже совершить преступление. У новых картинах художника возникают картины настоящей борьбы цветов, отражающие его внутреннее эмоциональное состояние из-за постоянной неустроенности, неудачи проектов, отказа Гогена приехать, заставляющих художника уходить в себя и продолжать рисовать. Когда Гоген все-таки приезжает, художник уже расстается со своими ранними иллюзиями. Вначале Гоген находит идею творческого соревнования, даже противостояния, весьма забавной. Однако результат совместного творчества еще раз подчеркивает,